Здравствуйте, доктор. Я старый китайский солдат, и у меня со временем появились расхлябанность рук и ног. Здравствуйте, все в порядке. Вы обратились к лучшим специалистам. Присаживайтесь, сейчас вас доктор вызовет. Следующий. Я, доктор, вел очень активную жизнь, и мои руки и ноги стали теперь болтаться. Ну что же, давайте посмотрим. Вставайте в сканер. Да-да, вижу, что качество крепления стало ужасным. Но мы проведем операцию и все поправим. Наркоз подействовал. Начинайте. Скальпель. Зажим. Отсоединяем изношенные руки или ноги и наносим небольшую капельку адскал на крепление. После того, как он подсохнет, вставляем в разъем обратно руки и ноги. Ура! У меня руки и ноги как новые!